Приветствую зрителей моего канала. Хочу вам показать обзорчик нового фрезерного стола уже в новом обновлении, то есть и решил этот столик сделать для себя, пока это вообще, в принципе, собирался с ним ехать на выставку во Львов, но не сложилось, в общем, туда поехать как-нибудь в другой раз. Вот, возможно, будет осенью поеду на Киев, ну, как Бог расположит, так и будет. И свой я, в принципе, уже как бы старый фрезерный стол решил отправить на пенсию. Вот, пока он, в принципе, еще стоит, не знаю, либо реанимирую, но вообще, в принципе, хочу его переделать под шлифовальный станок. В общем, не станок, а стол, даже так скажу. Хочу показать, но попозже потом немножко его, когда сделаем. Вот, собственно, в принципе, поставил его на старое место. Только я уже добавил сюда, сделал я без нижней шуфляды. Такой вот он воздушный получается. И пинолин я здесь сделал немножко по-другому. Пинолин вот здесь. Открывается. Доступ к фрезам. Очень доступно. Снизу можно поставить пылесос, цепончик под стол. Вот. В принципе, я этого делать не буду, потому что у меня он тут как бы в другом месте сейчас стоит. Поближе покажу. Миллиметровую шкалу добавили. Она идет с двух сторон. Вкладыши. Обычный транспортер. Все, в принципе, то же самое, что и раньше было. Только каркас уже мы изменили, сделали в таком вот именно варианте. Стул очень удобно в том, что его можно с ножки снять, отправить его, то есть и либо разобрать, либо перевести. То есть в сложном состоянии меньше места занимает. То есть для мобильности, то есть очень как бы удобно. Здесь тоже одна пиноль находится с левой и с правой стороны. Везде я уже, в принципе, установил фрезы. Ребро жесткости здесь 100 мм идет. Отверстие очень хорошо помогает, допустим, если надо просмотреть где-то там барашку или все остальное. То есть оно уже как бы просматривается снизу. Тут же самый фрезерный лифт. Вот. Только единственное, что я уже себе сюда поставил новый фрезер. Фрезер у меня здесь стоит компании фирмы. Фрезер у меня здесь стоит фирмы CNT. Уже свой AEG. Не хочу мучить. Я его, бывает, очень часто использую в руках. Ну, на этом буду заканчивать. В принципе, все описание, фотографии можно увидеть на моем сайте на gerkachuk.ruslan.blogspot.com. Внизу под ссылкой будет ссылка на сайт, и там, в принципе, все работы, изделия, которые я делаю, там есть описание и цены, для того, чтобы не мучили просто с вопросами здесь в комментариях. Ну все, до новых встреч, всем пока!